Авиакатастрофа в Саудовской Аравии. В Саудовской Аравии разбился вертолет с членами королевской семьи. По данным местных СМИ, погиб принц Мансур бен Мукрин и начальник полиции города Асер. Известно, что группа чиновников направлялась в инспекционную поездку. Кадры, на которых принц осматривает карты местности, были сняты за несколько минут до трагедии. Всего на борту рухнувшего вертолета, по поступающей информации, находились 9 человек. Поиски на месте крушения продолжаются.